Вот, приехал третий полк, третий батальон с Пензы. Сначала мы жили вот в таких самодельных палатках. Пошел дождик, пришлось переехать. И то, прежде чем пошел дождик, был коровник раньше здесь. Сейчас заехали вот в другой коровник. Все заболели, все мокрые. Вон там ребята. Вот я или что тут? Ходим по говну. Тут вон тоже ребята все тут намастерили. Ни окон, ни дверей. Все открыто. Мокро. Тут вот спим, мы солому кинули на бетон. Люди вон некоторые в проходах спят. Вот наша армия мобилизована.